знали ли вы вообще, что Абакан не является столицей Хакасии на самом деле? Нет. Ну, то есть это для вас такое открытие, да? Ну, это столица же? Ну, вообще не столица. Интересно. Не является столицей, этого не может быть. До этого не может быть, девушка. Это была изначально столица Хакасии. Будет это столица Хакасии, Абакан. А кто вообще, откуда вообще такая информация, что Абакан, наш родной город хакасский, Ахбан, да, не будет являться столицей Хакасии? Вы что, обязательно столицей и только столицей Хакасии? Все-таки Абакан, он достоин быть столицей. Это же самый такой красивый город. Это такой компактный город, очень уютный город, летом очень зеленый. Он достоин быть столицей. Он прямо вот по всем параметрам достоин быть столицей Хакасии. Я всегда думала, что это столица, поэтому, конечно, надо, чтобы была столица. Абакан – это наша столица. Как это не столица Хакасии не является? Почему? Считаю, он должен остаться все-таки нашей столицей. Должен остаться. Должен стать, хотя бы стать. Все равно наша столица – это хакасская столица. Конечно, получить официальный такой статус, чтобы быть не голословным, когда говорите, вот я живу в столице региона, чтобы это было, конечно, подтверждено, да, обязательно. Я была уверена, что я живу в столице Республики Хакасия. Но я думаю, что это правовое недоразумение. И в силах горожан, и моих силах это исправить. Ну как вы вообще считаете, важен ли статус столицы для нашего города? Конечно, важен. Все должно называться своими именами. Честно говоря, для меня стыдно в этом признаться, но это для меня новость. Смотрите, вот скоро голосование. Кто-то за, кто-то против. Вот вы вообще как? Я за. Наш замечательный, красивый, развивающийся город должен быть столицей. Ну, честно говоря, не знала, но что-то слышала в последнее время о том, что Абакан не столица Хакасии. И знаю, что принятие этого статуса будет важным для горожан, что это принесет нам новые доходы в бюджет Абакана. Ну и дальше, я думаю, они будут распределены на благо горожан. То есть в целом вы за то, чтобы город получил такой статус? Мне нравится жить в столице Республики Хакасия, и я думаю, что Абакан моя столица, да.